Мы накрыли очень крупную рыбу. Хотя некоторые из них просто помогали своим избирателям жить и трудиться. А другие не могли не воровать. Они сами так говорили. В общем счете, мы взяли 6 конгрессменов, 1 сенатора и моего друга Кармена Болита. Мы вернули 2 миллиона, так что Кармен получил всего 1,5 года. Но мое предательство терзало меня до конца дней. А журналисты ни разу не упомянули имя Ричи Димасу.